автосалоны Москвы, Питера, Ростова, Новосибирска уже с нами. Присоединяйтесь. Мотозар.ру. Ну, погнали. Привет, дорогие друзья. Я рад вас видеть на своем канале. С вами Дмитрий и Honda Dio. Это выпуск. Я решил прокатиться по центру. Такой интересный аппарат у меня появился. Мне как бы приняли на ремонт его. Карбюратор почистил. Сейчас он заработал хорошо. Сейчас вот поедем, попробуем, как едет. По центру прокатимся. Ну и по поселку. Кочки объедем. Погода хорошая. Тепло на улице. Щиток дребезжит. И закрепить бы его. Что, смотрите, какая проблема была. Она что-то вот ехала в гору и дергалась, и не ехала, короче. Блок, в общем-то. Я этот карбюратор посмотрел на ней. Но лучше того ехать. Там иголка у карбюратора на самом нижнем деревне была, потому что ну-ка еще ее переливал ее. Я еще помыл тоже еще карбюратор полностью. Перебрал и поднастроил чуть-чуть так. Сейчас хочу проехать, потом посмотреть, как свеча. Нагар на свече посмотреть. Вот это едет. Вот так дымит сильно. Новый стоит. Маска такая новенькая, хорошая. Амортизатор тоже новый, тоже новенький стоит. Задорки, она высокая. Вот и центр. Аккуратненько поедем. Эту моторку мне вчера пригнали ночью. За 40 километров загнались. Сильно не жаривать, сильно не буду. Эта моторка не моя. Прям по чуть-чуть, 30 километров. Потом еще подготовил.
смотрит, мне это нравится. Сейчас развернемся и обратно поедем. На моей дорожке подвеска вообще никакая не ароматизирует ничего, все дубовая. Вообще такая непривычная того, после восхода Юпитера. Маленькая такая вообще. Мне вот моторушка чем нравится, переключаться туда не надо, газур куда ешь, она сама едет. В плане вот этого уклон вообще круто сделали. Ну вроде бы как справились хорошо. Видим, что машин нету. Вот это дымит сильно, значит. Другая на то же встретил тоже. Только да, тут гуляет. Здорово! Кому-то тут другая на то же проехал. Чутка потраивает маленько. Может свеча? Тут свечу тоже здесь заменил. Свеча только эта плохая здесь стояла. Сейчас попытаюсь чуть по нагару плыву.
нету, нету. Дальше ехать. Маленько топливо прибавил чуть, понял, не глохло. Вроде бы подрыв мощности хороший идет у меня. Вот мопед интересный. Так вот работает, стоит. Она пускай отдохнет. На этом у меня все. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Дмитрий, Honda Divo. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Oh.